Удивительно, как много людей с готовностью и даже радостью отказались от классических стереосистем, тех, что со стойкой массивных компонентов между колонками, и устремились в светлое беспроводное будущее. Впрочем, тут есть и засада. Если вынести за скобки высококлассную студийную акустику, которая в большинстве своем хотя и является активной, но не способна работать в составе умного дома или хотя бы принимать сигнал по локальной сети. И таким образом, на такой акустике послушать локальный аудиофайл или, например, стриминговые сервисы с управлением через приложение не получится. Вот и выходит, что у желающих перейти с классической стереосистемы на умную сетевую акустику, по факту выбор не такой уж и большой. Посмотрите на имеющиеся сегодня предложение, и вы увидите, что почти все такие активные сетевые спикеры – это модификация пассивной акустики начального или среднего уровня. Но для требовательного аудиофила этого явно недостаточно. И если удобство вы хотите совместить с действительно аудиофильским качеством звучания, то выбор подходящих моделей можно пересчитать по пальцам, причем, скорее всего, даже одной руки. И при таком раскладе Bowers & Wilkins Formation Duo по-любому окажутся в вашем шорт-листе. Но много ли вы про них знаете? Сейчас все расскажу. Привет, друзья! Вы на канале Pult.ru, с вами Илья Суханов. Поехали! Англичане из Bowers & Wilkins умеют подать свою продукцию красиво. И Formation Duo в этом смысле не исключение. Ведь они не просто шикарно выглядят, они выглядят дороже своей фактической цены. Причин для этого несколько. Ну, во-первых, собственно, внешний вид. А выпускаются колонки не только в черном, но и в белом оформлении. Во-вторых, это филигранная точность изготовления даже мельчайших деталей. Ну и в-третьих, облик, компоновка драйверов и размеры корпуса недвусмысленно намекают на прямое родство с флагманской 800-й серией, а точнее с полочной акустикой 805D4. Что касается этого пункта, то пусть ваши гости так и думают. Ну а вам я по секрету скажу, что это лишь умелая стилизация. В то же время и прямых прародителей в линейке пассивной акустики Bowers & Wilkins у Formation Duo нет. Для создания этих необычных спикеров использованы компоненты от акустики 700 и 800 серий, а корпуса тут и вовсе оригинальные. По ценам Formation Duo тоже находится примерно посередине между пассивными 705S2 и 805D4. Таким образом, пара Formation Duo может стать современной и модной альтернативой для стереосистемы на базе Bowers & Wilkins 705S2. Забегая вперед, скажу, что и по звуку эти модели очень похожи. Шикарная округлая середина, дорогие высокие частоты и быстрый точный бас. А еще голографическая звуковая сцена и обилие деталей, делающих звук таким эмоциональным. Да, на разницу между 705-ми пассивными полочниками и активными Formation Duo несложно найти усилитель по качеству, мощности и оснащению, сопоставимый с электроникой этих колонок. Но это будет отдельный аппарат и дополнительные провода. Ценность Formation Duo в том, что они позволяют обойтись без дополнительной аппаратуры, сохранив аудиофильское качество звучания. И в этом есть своя магия. Так что покупатель Bowers & Wilkins Formation Duo получает не просто стильную игрушку с авторитетным логотипом, а действительно равноценную замену компонентной стереосистеме, причем примерно в той же ценовой категории. Удивительно, но факт. В семейство Formation входят не только аудиофильские полочные спикеры Duo, но и высококлассный саундбар, компактные спикеры для фоновой озвучки и активный сабвуфер Formation Bass с двумя 16,5-сантиметровыми излучателями. Все эти модели получают сигнал и управляются через локальную сеть. Это может быть автономное использование, многокомнатная инсталляция с централизованным управлением через фирменное приложение Bowers & Wilkins Music или совместное использование нескольких спикеров в формате единой системы в одном помещении. Поэтому, если свои новые Formation Duo вы планируете установить в очень просторной комнате или просто хотите получить много густого баса, то достаточно просто докупить сабвуфер серии Formation и подружить с ним колонки, организовав таким образом трифоник. Впрочем, острой необходимости в этом нет, ведь своего баса у этих колонок предостаточно. Сами же Formation Duo являются двухполосными спикерами с дюймовым карбоновым куполом твиттера, как у 700-й серии, и основным драйвером 16,5 см с фирменным диффузором Continuum, позаимствованным у 800-й серии.
Корпуса сложной формы, препятствующие возникновению резонансов, полностью сделаны из композитного материала. И они не цельные. Тут применена концепция так называемого разбитого колокола. Исследования показали, что две физически раздельные половины корпуса в плане борьбы с резонансами ведут себя намного лучше цельнолитого кабинета. Вдобавок, блок твиттера механически развязан с основным корпусом. Акустическое оформление драйверов закрытое. В каждую колонку встроен усилитель класса D с отдачей 125 Вт. И этого более чем достаточно даже для громкого прослушивания с сохранением прекрасной динамики и минимального уровня искажений. Разработчики уделили большое внимание качеству связи. Сигнал от локальной сети эти колонки, а точнее одна, ведущая, могут получать по проводу или по Wi-Fi, а между собой спикеры общаются через супербыстрый беспроводной канал. И только для этого в каждой колонке установлены аж по два приемника и два передатчика. Система автоматически выбирает наименее загруженную частоту и передает по ней сигнал с задержкой, внимание, 1 000 000 секунды. На слух влияние такой задержки определить невозможно, поэтому с точностью звуковой сцены у колонок полный порядок. Ну а между устройствами серии Formation в рамках сети, для чего в каждом из них используется отдельный набор приемников и передатчиков, сигнал передается с задержкой 0,001 секунды. При этом путь сигнала выбирается таким образом, чтобы максимально снизить нагрузку на сеть. Это означает, что даже если во всех комнатах запустить аудио высокого разрешения, то домашняя сеть не начнет сбоить. А звук на всех спикерах будет без задержек и разрывов. При условии, конечно, что скорость самого интернет-соединения в вашем доме окажется достаточной. А еще у Formation Duo есть модуль Bluetooth, причем с поддержкой кодека aptX HD, что позволит совместимых гаджетов слушать звук практически без потерь. По итогу знакомства с Bowers & Wilkins Formation Duo создается впечатление честного обмена классической стереосистемы на базе тех же, например, 705-х полочников на вот эти активные сетевые спикеры. И если вы не скучаете по стойке с аппаратурой и процессу самостоятельной установки, например, компакт-дисков проигрыватель, то можете смело рассматривать Formation Duo на роль основной стереосистемы в доме. А если вам захочется, например, послушать тот же винил, то всегда можно докупить устройство Formation Audio. По сути, это приемник внешних сигналов, оцифровщик и адаптер для сетевой инфраструктуры Formation. То есть это небольшое устройство, которое получает аналоговый сигнал, его преобразует в цифру и отправляет на любое из устройств Formation в рамках локальной сети. И управляется весь этот процесс, разумеется, через планшет или смартфон. В чистом же виде, то есть без дополнительных устройств, Formation Duo позволяет слушать аудио с любых известных стриминговых сервисов. Ну а для воспроизведения локальных аудиофайлов, например, хранящихся на вашем компьютере, можно использовать один из трех способов. Во-первых, это сервис Roon. Во-вторых, это протокол AirPlay 2, если ваш компьютер производства Apple. Ну и в-третьих, это прямая передача аудио с компьютера на колонки в обход локальной сети через Bluetooth aptX HD. Приобрести Bowers & Wilkins Formation Duo вы можете, разумеется, в pult.ru. И напоминаю, что в наших салонах есть специальные комнаты прослушивания, в которых вы сможете послушать интересующее вас сочетание аппаратуры и акустики. Услуга эта бесплатная. Единственный нюанс, что записаться на прослушивание нужно заранее через сайт. Ссылка есть в описании. Сделано это для того, чтобы к вашему приходу мы могли все подготовить. Ну а у меня на сегодня все. Не забудьте поставить лайк и подписаться, если до сих пор этого не сделали. До встречи!